Поэтому я сейчас хочу вам спеть песню, которая называется «На дистанции четверка первачей». Или «Кто зачем бежит». На дистанции четверк первачей каждый думает, что он побойчей. Каждый думает, что меньше всех устал. Каждый хочет на высокий пьедестал. Кто-то сердцем холодней, кто горячей. Все наслушались напутственных речей. Каждый съел примерно поровну харчей. Но судья не зафиксирует ничьей. А борьба на всем пути, в общем, равные почти. Эй, расскажите, как идут, бога ради, а? Телевидение тут вместе с радио. Да нет особых новостей, все равнёхонько. Но зато накал страстей, о-хо-хо, какой! Номер первый рвет подметки, как герой. Он как под гору катит, хочет под горой. Он в победном ореоле и в пылу твердой поступью приблизится к котлу. А почему высоких мыслей не имел? Да потому что в детстве мало каши ел. А голодал он в этом детстве, не дерзал. Он вон успевал переодеться и в спортзал. Ну что ж, идеи нам близки. Первым лучшие куски, а вторым, чего уж тут, он все выверил. В утешении дадут кости с ливером. Номер два далек от плотских тех утех. Он из сытых, он из этих, он из тех. Он надеется на славу, на успех. И уж ноги задирает выше всех. Ох, наклон на вираже, бетону щек. Краше некуда уже, а он еще. Он стратег, он даже тактик, словом, спец. У его сила, воля плюс характер, молодец. Он четок, собран, напряжен и не лезет на рожон. И этот будет выступать на салониках и детишков поучать в кинохрониках. И соперничать с Пеле в закаленности и являть пример целе устремленности. Номер третий убелен и умудрен. Он всегда второй надежный эшелон. Вероятно, кто-то в первом заболел. Ну а может, его тренер пожалел. И назойливо в ушах звенит струна. У тебя последний шанс, эх, старина. Он в азарте, как мальчишка, как шпана. Нужен спурт, иначе крышка и хана. Переходит сразу он в задний старенький вагон, где былые имена прединфарктные, где местам одна цена, все плацкартные. А четвертый тот, что крайний, боковой, так бежит ни для чего, ни для кого. То приблизится, мол, пятки оттопчу, то отстанет, постоит, мол, так хочу. Не проглотит первый лакомый кусок, не надеть второму лавровый венок. Ну а третьему ползти на запасные пути. Нет, сколько все-таки систем в беге нынешнем. Он вдруг взял да сбавил тем перед финишем. Майку сбросил, вот тяна, не противно ли? Тащ поведение бегуна не спортивное. На дистанции четверк первачей, злых, недобрых, бескорыстных и рвачей. Кто из них что исповедует, кто чей? Отделяются лопатки от плечей, и летит уже четверка первачей.